Gigabyte X570 Gaming X. Игровая плата с топовым чипсетом по разумной цене. Для тех, кто собирается сделать первый шаг в мир серьезного разгона и моддинга. Плата построена на базе чипсета AMD X570 с разъемом AM4, что делает ее совместимой с процессором AMD Ryzen 2 и 3 поколений, либо 1 и 2 поколений со встроенным графическим ядром AMD Radeon Vega. Форм-фактор платы стандартный ATX. Она подойдет для корпусов среднего и большого размера. В фирменной красочной коробке вместе с платой вы найдете винт для крепления M2 SSD накопителей, 2 SATA кабеля, диск с драйверами и инструкцию пользователя. Элементная база платы расположена на темно-коричневом текстолите со светло-серыми декоративными элементами. Для удобного доступа порты и разъемы размещены по периметру платы. Сокет процессора AM4 расположен на лицевой стороне. Рядом с ним 4 слота для планок оперативной памяти стандарта DDR4 с суммарной емкостью до 128 ГБ. Память будет работать в двухканальном режиме с максимальной частотой до 4000 МГц. Но убедитесь, что планки поддерживают соответствующие профили XMP. Подсистема питания процессора и чипсета использует 12-фазную схему питания и оснащена цифровым VRM блоком. Охлаждение подсистемы питания как активное, здесь есть встроенный мини-кулер, так и пассивное. За это отвечает 2 стилизованных алюминиевых радиатора. В плату интегрировано 2 слота PCI Express на 16 линий, один из которых подключен к процессору, и 3 однополосных слота. Плата позволит подключить к себе 2 видеокарты от AMD в режиме Crossfire. При условии, что в плату будет установлен процессор AMD Ryzen 3000 серии, чипсет AMD X570 обеспечит поддержку шины PCIe 4 поколения прямо из коробки. Можно будет подключить до 2 M2 SSD дисков. Обратите внимание, что на верхний порт M2 предустановлен радиатор и до 6 SATA накопителей. Сетевое соединение обеспечивает гигабитный контроллер Realtek RTL 8111H. Аудиоподсистема основана на чипе Realtek ALC887 с поддержкой 2, 4 и 5 канального звука. На панели ввода-вывода вы найдете 6 USB портов, 2 версии 2.0 и 4 версии 3.0, 3 аудиоразъема, сетевой порт и 2 шестиконтактных разъема PS пополам. На случай, если вы захотите использовать встроенное графическое ядро вашего процессора, предусмотрен один HDMI порт. Рядом с аудиоконнекторами притаилась кнопка Q-Flash Plus. Это фирменная гигабайтовская технология. Кнопка активирует утилиту Q-Flash, встроенную в BIOS, которая обновит его прямо с флеш-накопителя без предварительной загрузки операционной системы. Пройдемся по охлаждению. Здесь есть 2 4-пиновых разъема для подключения системных вентиляторов, еще один специально для процессорного кулера и дополнительный разъем для жидкостной системы охлаждения. Ну и напоследок, для тех, кто увлекся моддингом, производитель предусмотрел аж 5 разъемов для подключения светодиодных RGB лент, 2 из которых с возможностью адресации. Подведем итог. Gigabyte X570 Gaming X – доступная по цене плата на топовом чипсете от AMD, которая станет первым шагом в мир серьезного разгона и сложного моддинга, или просто будет надежным соратником в играх и при работе с графикой.